Приветики, мои дорогие друзья! С вами Галина Пчелка, и сегодня будем изготовлять вот такой вот снежноягодник. Посмотрите, какой красавец получился! Такие веточки снежноягодника очень красиво смотрятся в маленьких композициях цветочных. И вот вместе с лавандой, согласитесь, очень красиво. Кстати, как делать вот такую лаванду? У меня есть видео, и посмотрите его, пожалуйста, здесь. А мы приступаем к снежноягоднику. Такой снежноягодник у нас получился. Друзья, как вам такой вариант? Мне кажется, очень симпатичным. Как делать молд, которым я пользовалась? Смотрите вот здесь. Кстати, не забудьте все эти ютубные штучки. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь моим видео с другими. Это поддержит мой канал. Также оставляю под видео в описании свой донейт на мой канал. Спасибо вам, дорогие, и до новых встреч. Пока!